Привет, меня зовут Станислава Рачковская, и меня вызвал поучаствовать в Ice Bucket Challenge мой дорогой друг Миша Богданов. У меня нет льда, и ведра тоже нет, но вот моя лейка с холодной водой из-под крана, так что я принимаю этот вызов. Как и Миша, я сделаю пожертвование благотворительному фонду Advita, который помогает больным раком в России. Также я предлагаю принять участие в этой акции моим друзьям и сделать пожертвование благотворительной организации по их выбору. Итак, передает эстафету потрясающему Сергею Куралю из России, очаровательному Александру Родичеву из Финляндии и замечательному Майлзу Маклауду из Англии. Стой, стой, стой. Все.